Киевская область, огурец. Огурец сегодня у нас 23 июля. Посажен огурец. Так, растет междурядье от капли до капли, от центра ряда до центра. 1,60 м. И в ряду растения расположены по через 30 сантиметров. Корень от корня. Ну, грузится. Что самое интересное, сейчас вот северная часть Украины часто встречаю на небольших участках. Здесь вот, ну, здесь, не знаю, суток, наверное, 20-15. Такое укрытие, такое мульчирование полностью. Здесь одна капельная лента лежит. И здесь мульчирование. Все время ходишь по чистой поверхности. Это агроткань. Это не агроволокно, это агроткань. Она такая, как мешковина. Но она долговечная, она лет 5, ее 6 катает. Устилаешь. Сбор огурцов происходит вследствие чистый. На киевский рынок выезжает чистый плод, который ценится гораздо выше. И меньше передаются заболевания. Сейчас вот много осадков, много всяких проблем может быть. И все, но уходит довольно чистое. То есть листья все здоровые. Фермера постоянные клиенты. Обработка только биологии, то есть особо защититься от болезней, прям когда будет напасть, когда будет эпифтотий. Самолеты в Киеве летают. Сложно, только биологии, и поэтому нужно поддерживать стерильность по заболеваниям изначально. Это помогает. Вода просачивается, но не поднимается. Там вот реально почва влажная, но здесь сухо. Растения себя комфортно чувствуют. Агроткань недешево, но на 5-6 лет, может быть и дольше. Растения здоровые, без химообработок дополнительных. Хороший вариант. Есть еще такая белая, еще круче. Лишний свет отражает, но это в теплицу для ускорения сроков. Если было видео интересно и полезно, ставь лайки. Только никому не говорим.